Конечно, то, что сегодня случилось утром, это блестящий пример. Честно говоря, было очень приятно видеть, как прекрасно летит российская ракета. Это еще один пример того, что наши вооруженные силы при любых обстоятельствах защитят Россию. Это напрямую влияет на нашу работу в Вашингтоне. Чувствую себя более уверенно, спокойно, комфортно. Конечно же, в Вашингтоне обратили внимание на сообщения, которые пришли из Москвы. Вот буквально 3 минуты тому назад перед эфиром мне мои коллеги из пресс-службы занесли подборку материалов. Это и Washington Post, и Washington Times, и Associated Press, которые фиксируют этот изумительный успех российских оружейников, российских вооруженных сил, смотрят очень внимательно за тем, что происходит у нас. Но я хотел бы подчеркнуть, что тем самым Россия не пытается показывать свои мускулы или пытается бряцать, лучше, наверное, сказать, оружие. Не нужны российские ракеты, мы вас завоюем здесь, в Вашингтоне, российским балетом, российской музыкой, потому что та теплота от американского народа российским артистам, она вызывает восхищение.